Как тебе эта жеребьевка, которую ну, сам вытащил для своей команды? Не брать руки, хорошо. Толь, ну тут у меня два мнения. Первое, это как футбольного болельщика, с точки зрения болельщика и человека далекого, вернее, близкого к стыд-лиге. Я просто уже бухнул. Слова заплетаются. Интересные получились сетки, интересные группы. Будут очень крутые, я уверен, полуфиналы. Очень надеюсь, что меня позовут комментировать, это будет приятно. Но с точки зрения игрока Гарпастума, это тяжко, это будет тяжко, но с Костей уже связь поддерживается. Он написал первое же сообщение Никите Косогорову, нецензурное слово, которое можно объяснить как «хорошо». Хорошо, что попалось так, потому что остальные команды первой корзины – это USB, это МЧС, это Кастилья, это все очень сложные команды. Луки Спорт еще, по-моему, да? И то, что попалось Раджану, попалось Раджану. Хотя бы с интересным соперником сыграем, тем более мы его более-менее знаем. В общем, будем играть. Естественно, попытаемся выиграть, потому что сенсация – это всегда приятно. Надеемся реабилитироваться за прошлогоднюю Альфу. А какую пару ты самую интересную считаешь вот в этой сетке? Я считаю, что самое интересное – это Криповник Баффало. Криповник Баффало, и я уже говорил во время трансляции, это Сильвин Адмирал. За эти команды, вернее, эти матчи я обязательно постараюсь посмотреть. Потому что Сильвин Адмирал, там получается Гроша в СИЗО, хотя Гроша вроде не будет, он улетел на лыжи кататься, типа того. Но все равно это интересная дата, Сильвин с Адмиралом. А Криповник с Баффало, это крутой будет с точки зрения футбола матч. Ну, естественно, постараюсь на матчи своих друзей прийти, не сидя дома, естественно. Но это очень, надеюсь, что я увижу эти матчи. Это мой топ, как быстро. А вот если сравнивать с прошлым годом, когда вы тоже вышли вот и проиграли Альфа, про то, что уже вспоминал, как считаешь, как может вот сложиться сегодняшняя, ну, вот эта игра с Наджой? То есть, ну, разница есть ли? Конечно, есть. В первую очередь, у нас сейчас хороший вратарь Кирилл Журавлев. Я ничего не хочу сказать про нашего предыдущего вратаря, но не хватало во многом самоотверженности ему, наверное. А сейчас у нас есть Кирилл Журавлев, у нас вполне есть состава. Мы на кураже выходим, когда мы выходили в последний матч, с Лизбу мы проиграли, а сейчас мы очень эффектно выиграли у Сосулова. Будем на кураже на таком выходить, и у нас и болельщицы будут, все будет. В общем, я надеюсь, получится получше, что если же не выиграем, то хотя бы позабиваем. Тогда мы вообще в сухую улетели, это был позор. Худший матч, наверное, у нас в истории. Последний вопрос. Вот вам будет не хватать защитника удаленного в последней игре? Бори Юринова будет не хватать, но это его стиль игры, и мы в некотором смысле закладывали этот момент, что он может накосячить так. Он даже и не спорил особо с судьей, влетел двумя ногами, тут как бы... Что тут делать? Таков Боря. У нас есть другие защитники, с Костей может сыграть, Ваня Корнишев. Люди есть. Но Бори будет не хватать, длинная скамейка всегда на пользу. Все, спасибо. Спасибо.